большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области небо закроют облака и тучи, осадки в виде продолжительного снега, температура воздуха днем минус 9, минус 11 градусов, ночью от 0 до минус 4. В Сызрани облачно, пройдет снег, днем минус 8, ночью 0 градусов, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти на небе тучи, осадки в виде снега, днем минус 10, ночью 3 градуса ниже 0. Ветер южный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем минус 11, ночью минус 4. Южный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.